Привет, волшебные! Сегодня мы создадим с вами защитный амулет из трех трав, соли и воска. На воске мы будем вырезать защитный гальдростав круговой альгис. Для этого амулета я использую эвкалипт, крапиву и зверобой. Предварительно я окуриваю их дымом палосанта. Вы можете окурить полынным дымом, можжевеловым, либо дымом шалфея, ну, то, что у вас есть, любая очистительная травка. Мои травы хранятся отдельно от остальных вещей в специальных льняных мешочках, но я все равно окуриваю их для того, чтобы настроиться на предстоящий ритуал, заложить намерение. Пока я окуриваю каждую травку, я про себя представляю, для чего она будет служить в данном талисмане. Теперь я выливаю расплавленный воск. Цвет его не играет определенного значения, просто представьте, в каком цвете вы хотели бы видеть свой амулет. Далее мы растираем травки и кладем их в воск. Эвкалипт здесь играет роль защитника здоровья, крапива выступает в роли защитника внешних границ, зверобой – это защита личных границ внутреннего солнечного ядра. Я сминаю воск так, чтобы травы оказались внутри, придаю ему округлую форму. Затем в одну сторону я вдавливаю кристаллики соли. Их у меня 9 штук по числу миров в северной традиции. Проделываю небольшую дырочку, чтобы потом втянуть туда нить. Перед начертанием гальдростава я окуриваю сам амулет и нож, которым буду резать став. Наш знак состоит из 4 рун альгис, написанных строго по часовой стрелке. На воске ничего не видно, поэтому я покажу вам, как это делается на листке. Если амулет делается для себя, то руны чертятся в направлении к себе. Вы начинаете чертить верхнюю, как бы северную руну, затем руну справа, восточную. Разворачиваете амулет и чертите руну южного направления. Поворачивайте еще раз и чертите западную руну альгис. И доворачивайте амулет на прежнее место вершиной на север. Защитный круговой альгис начертан у вас на внешней стороне амулета, а на внутренней к телу вы носите его солью. Это не украшение, это защита, поэтому носим его под одеждой. Чтобы дополнительно зарядить ваш амулет, положите его в свет от преломленного луча горного хрусталя. Чем он тут?